Тем временем помещения Пензенского планетария стремительно меняются. Там продолжаются работы, о которых накануне на своих страницах в социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко. Он напомнил, сколько сил стоило доставить в областной центр из-за границы современное оборудование. Оптико-механический планетарий немецкого производства и американский экран, на которых будет проецироваться изображение. Сейчас как раз ведется обустройство звездного зала, где будут размещены дорогостоящие установки. Стены окрашены, в настоящее время крепятся светильники и выключатели. Скоро строители будут укладывать паркет. Уже приступили к монтажу купола. Первый ярус уже смонтирован. Планируем до конца июня все работы там завершить, в том числе покраску экрана, и смонтировать уже видеопроекционное оборудование, непосредственно сам аппарат CES. Интерактивное мультимедийное оборудование, которое у нас привезено, но пока сюда не завезено, не смонтировано, но приедет сюда после того, как будет выполнена вся чистовая отделка. Вот, то есть там нужна идеальная частота для того, чтобы эти экспонаты уже подключить и пусконаладочную работу провести. Через пару месяцев над посетителями засияет звездное небо, которое позволит погрузиться в мир космоса, увидеть то, что в обычной жизни мы даже не замечаем. Все это зрелище будет сопровождаться звуковыми эффектами, которые создадут атмосферу волшебства. Последние штрихи остались во внешней отделке здания. Благоустройство же территории подразумевает создание парковочных мест. Зеленый и пешеходный зон, которые соединят планетарий с парком, где сейчас тоже проводится большой ремонт.